вот интересный случай наблюдается. Вызывает меня на Калгуйскую 27, якобы для встречи с Русланом Нуриддиновым. До 5, говорят. Я говорю, хорошо, я приеду. И получается так. Я обхожу. Ну, прихожу, как бы у входа стою. Выходит подполковник Ихсанов. Он дал мне сфотографировать свое удостоверение. И говорят, давайте проедемся в ОП-9. Я говорю, для чего? Говорят, по событиям субботы. Я говорю, как так? Уже административный протокол составили. Нет, говорят, там еще какие-то материалы есть. В итоге я с двумя детьми приехал. В итоге, как бы они мне говорят, давайте на этом УАЗике проедемся. Я говорю, а детей-то мне где оставить? Вот, сейчас мы едем, вот, сотрудник. И вот сзади тоже сотрудник. И мои двое детей. Ну, вот так. Сейчас посмотрим вообще, как оно вообще трактуется так. Можно ли да вот так делать, по административному приехать. Я напомню еще то, что утром приехал какой-то майор Идельбаев. И... хотел этот тоже, чтобы я этот проехался с ними. Ну вот сейчас посмотрим. Вот дети пока в машине сидят. Я пока не знаю, что с ними. Мы там оставили. Вы видели, как мы ехали с двумя сотрудниками. Но дети сидят в машине. Сейчас посмотрим. За это статья вообще по идее то, что за заведомо знают, что они остаются в опасности, их оставлять. А мы сейчас с адвокатом сидим вот в отделе полиции. За девочками приехала мама. Сейчас она их отвезет. Но дети просидели больше полутора часов в машине. Насколько беспредел в нашей стране. Адвокаты, подключайтесь, пожалуйста. Вы видите, что творится?